Друзья, всем привет! Короче говоря, у нас тут мутится движуха. Собираемся сейчас ехать на настройку 01. И, короче говоря, вас еще впереди ждет много всего интересного. Не пропустите. Находимся мы уже практически на стенде. Добрались, все в порядке. Леха здесь, оператор тоже здесь. И, кстати говоря, мы готовим для вас первый бложек, так что не пропустите. Пока мы находимся на настройке 01, тем временем компания Клуб Турбо уже отправила разыгранный мною совместно с ними ковш тысячный юбилейный. Так что, Степа, давай там в Краснодаре встречай, с тебя сторис. Лёха, он поедет Степану Бойко в Краснодар. Степан, жди свой особенный ковш. Тут серьезное шипованное движение в деле. Вот это я понимаю нормальный шип. Просто кайф. Друзья, вам всем интересен результат. Но я вам хочу сказать и ответственно заявить. Тачка здесь, все работает. Леха это дело подтверждает. Поэтому все итоги будут в выпуске буквально уже совсем скоро. Время 1:00 ночи, вроде пора спать идти, день был активный. Настроили 01 наконец-то. Беспроблемная вообще настройка, давно такого не было. А еще скоро выйдет бложек на ютубчике. Первый выпуск.